Догони меня, кирпич! Добрый Ленин наш Ильич! Революция начинается, видите, у меня уже есть единомышленники. Да харе стрелять-то. Стреляешь в пролетариат мировой. Одумайся, мент. За тобой придут. Да что ж такое-то? Гребанное управление. Быстрее и сильнее. Ну давайте это возьмем. Привет. Не буду убивать свой прототип, скажем так. Люди, это он, вон там, помните грабитель в маске в банке? Это не я за рулем, это он, это я. Он, это я. Да уберись ты, гамбургер зеленокожий. Хватит стрелять в меня. Все колеса разбабахали, твари. Попробуй что-нибудь противопоставить этому Годзилле на колесах. Я повернуть даже не могу. Интересно, эта граната, она выводит из строя автомобили и всякую технику? Да что ж ты будешь делать? Уэн боком едет, нормально. Макстись, отправ своих водительских. Грешник. Вы думаете, одного колеса достаточно, чтобы остановить меня? Я думаю, что я и на шести ободах нормально поеду. Ну как нормально? А вот так уже ненормально. Ай, ай, блин, мои булочки подгорают. Французские. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чисто американский грузовик. И вот я и возьму. Так, минивэн, куда ты? Даже минивэн по сравнению с этой... бычиной выглядит как блоха. Тоже без колеса. Или даже без двух. Ну ладно, здесь все равно по прямой, так что. Ой, мой любимый автокар. Простите, простите. Я таки доехал. Excuse me? Oh, hi. I'm Jenny, and I just wanted to let you know that I'm so super excited right now. Is that a good thing or a bad thing? Oh my god, are you kidding me? My first feature, and I'm starring opposite the leader of the Saints. Well, I wouldn't get too worked up. On camera's more of a Shondi or Pierce thing. I'm having a hell of a time wrapping my head around this script. Is the script the problem? Just say the word, baby, we'll toss it. Oh, it's cool, I'm just... I'm gonna need cue cards like a motherfucker. Brilliant! That's so fucking cinema verite. You're gonna kill it. It's nice to meet you, Mr. Zhen. Who is this extra and why is she talking to me? Oh, Mr. Zhen, I'm playing Quilana. Really? Фиолетовая баба. We were getting a name for Quilana. Nope, just me. That's just fucking great. Look, Missy McNobody over here isn't gonna bring you down, I promise. I won't let her, okay? You just... be yourself, you're gonna kill it! Alright, let's shoot this fucker! Правильно, хуком ей, хуком! Если она против революции, конечно. Если за, то, пожалуйста, в мою спальню ее отправьте. По почте. Желательно целиком. Да хватит бить машину! Тем более, что ее нельзя раздолбать, насколько я понимаю. А я ее сразу долбанул. Ладно, нужно воодушевить большевиков. Это мы и сделаем. Классная тачка, хорошо гонит. И машин нету. Убрали специально для миссии. Неплохо.
Мне нравится эта миссия. Можно гонять по пустым улицам. Можно вообще по встречке ехать, мне за это ничего не будет. Воу-воу-воу! Воу! О боже! О боже, что это? Я в кине? Ну давайте, летающие тарелки или что там? Я в кине! Моя лучшая роль. И пока первая. Погоди, солдат. Я должен брутально перезарядить свое брутальное оружие. Где мои два пистолета? Черт. Расстрел за порчу имущества. О боже, они камеру ломают. Расстрел за порчу имущества, дебилы. Ты оператор? Плевать. А ты-то что, эпилепсию словила, что ли? Все эти принцессы такие наркоманы. Да, я не такой фиолетовый, детка. Да вот тебе карточная вырезка. На. Детка, этот фаллос так идет к твоему лицу. Что? А, плевать. Ненавижу это все. О, господи, надо перекреститься, вы ну нахер. О, я лечу прям туда. Как я точно-то, а? Нет! Да! Ой, взрывы! Взрывы! Ой, простите. Опять оператора пристрелил. Та-та-да! Это будет великолепно смотреться на пленке. Так, меня сейчас на кине убьют. И взорвите эту машину нахер чем-нибудь. Вот так вот. Уже лучше. Интересно, сколько дублей вообще планируется? Это не входило в мои планы. Давай выходим за рамки бюджета, уничтожая вертолет. Все ради потрясающего кино. А так снижаем бюджет, уничтожая тех, кому должны заплатить за работу. По-моему, это был последний кадр, просто охренительный, когда я ему дал по яйцам. Принцесса, добей этого упыря. Я тебе сказал лежать. Да я тебе сказал лежать. Еще раз по яйцам. Сват. Quilana, then. I believe in you. You fucking
fucking kidding me? Да, мы упадем, это мои повседневные расписания, блин. У меня такой каждый день. Опс, еще минус один оператор. Thank you so much, Mr. Jen. I'm glad you... Yeah, I was talking to our star, not you. You had the emotional range of a bagel. And like one of those shitty whole grain bagels that nobody likes. All right, let's set up the next shot. Jenny, don't listen to him. You're doing great. Thanks. Okay, we're rolling. And... make some magic! А вот еще операторы. Ой, нас разыскивает полиция. У нас что, импровизация пошла? Эй! Ой, ой, что это? Что за... О, господи! Это белые, я уничтожу их, принцесса! А это называется хаммер. И по сути это ведро с болтами, которое покупают понторезы за огромные деньги. Я научу вас, как жить в этой проклятой стране. Надо ехать с пулеметом на работу. И возвращаться домой с гранатометом. Это секрет успеха. Любитель фиолетовенького удовольствия нашелся. А неплохо вводит для инопланетный ТП. Сколько там уже 5 миллиардов на фильм ушло, что ли, или сколько? Я отсчитаю каждый доллар. Забор оставь в покое, хотя... Опять вы. Понятно, это все значит войска, я так понимаю. Натуральные, причем не подставные. Да, взрывы. Я куплю этот магазин. Уу! Да неужто мы выжили? Ой. Ой, танк. Хэппи-энда не будет, да? Ой. Ой, едем. Господи, этих еще теперь уничтожать. 50-й калибр против ваших лазеров. Оператор! Уу-у-у-у-у. Ух ты, настоящая война миров. Где Том Круз-то? Ну или хотя бы Уилл Смит с его Днем Независимости. Ой, я еще одного оператора мочканул, но даже не я, а инопланетяне. Отлично, я получил ачивку. Половины фильма снято не будет, из-за того, что все трупы. Ты будешь уничтожаться-то или как?